Всем привет, с вами Елена Смирнова. Это видео по нашему проекту Bizcoin. У меня хорошие новости, ребят. Значит, те, кто инвестировал в проект, закидывал денежку и покупал изначально пакетики, уже есть, как бы проверяли на вывод, и есть информация о том, что проект платит. Значит, есть смысл работать, есть стимул. У нас, как я говорила, немножечко планы поменялись, да, здесь пакеты. Вот. Пакетики у нас вот здесь, что мы покупаем по 100 сатошиков на 15 дней и по 1000 сатошиков на 10 дней. Вот в этом плане немножечко, да, вот у нас поменялись. Но ничего страшного. Все равно я вот только сегодня зашла, сейчас мне как бы не было раньше времени зайти. И тем не менее, капает какой-то процент на майн-баланс. Смотрите, у меня еще, я даже кошелинки еще не смотрела. У меня на балансе 874 сатошка. Вот, плюс я еще сегодня просмотрю свои кошелинки ПТС, рекламку. Итого у меня уже будет больше, да? И плюс еще поинты переведу. И опять же, я потом это все, свою сумму переведу на Пурша за баланс. И плюс еще буду покупать пакеты. За 1000 у меня один выйдет. И на остатки по 100 сатошиков. Вот. Ну, самое главное, что есть у нас информация о том, что проект платит. Да, люди уже выводили. Мы же без вложений. Вот мои пакетики работают. Я уже не буду сейчас просматривать, а потом уже, чтобы не затягивать видео. Вот мои пакеты активные. Вот это отработанные. И вот пошли пакеты мои. И еще плюс сейчас я отработаю, просмотрю и куплю пакетов. И таким образом мы будем собирать денежку на вывод. Вот. Ну и потом уже без вложений выводить. Ну, кто быстрее это насобирает и проверит на вывод. Вот. Далее, что еще я хотела сказать? Трафик. Трафик я на трафике я ничего не делаю. Трафик нужен это для тех, кто будет размещать свою рекламу. Вот. Ну так, я чуть-чуть, конечно, просмотрела трафика, а так в основном я туда и не лезу. Это по желанию. Ну что, я надеюсь, моя информация была полезна. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Пока-пока.